Ну и вот, собственно, та новость, ребят, которую я хотел поделиться с вами. Как вы видите, PUBG New State не выходит у нас 11 ноября. Дорогие друзья, всем огромный привет, вы на канале Vitaly Plays, и я скажу вам честно, планировал снять данный ролик очень-очень давно, сделать ревью на этот трейлер, который вышел еще 15 сентября, ребят, и вот наконец-то есть время, возможности, чтобы снять его и посмотреть вместе с вами. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, вот именно ты, дружище, если ты еще не подписан на канал, обязательно подписывайся, потому что я знаю, что ты будешь искать новую информацию про PUBG New State и также старую информацию, вернее, новую информацию про старый PUBG Mobile. Все это дело будет на канале, поэтому не ленись, подписывайся на канал. Цель остается неизменной, до нового года добить 300 тысяч подписчиков на канале. Ребят, не будем тянуть кар за затвор, и давайте посмотрим наконец-то этот трейлер, который я планировал посмотреть еще давным-давно, вернее, разобрать его. Второй альфа-тест, который проходил в августе у нас, мне удалось попасть на альфа-тест, на первый, на второй, на закрытый тест, на третий. Те, кто подписаны на мою телегу, я думаю, также туда попали, естественно, кроме iOS-устройств, ребят. Давайте обо всем попозже. Если не подписан на телегу, кстати, залетай туда. Смотрим сам трейлер, а потом обо всем остальном. Так, пятое место. Mall Security. Охранник магазина. Мола. Ой-ой-ой, вот это сбрил. Узишка, двоих сразу, вы видели? Хорош. Сквад. А пацаны, походу, вышли, понял, на перекур в магазине. Хорош. Сразу на коленки поставил. Топчик. Четвертое место. Эмбуш Предатор. Хищник наш. Но это, ребят, был всего второй альфа-тест. Второй альфа-тест. И посмотрите на графу. Да ладно, он что, хай-хай сейчас? Нет. Ну, не знаю. Я бы четвертое с пятым местом поменял, например. Ну, что здесь такого? Честно, я бы четвертое вот с пятым местом поменял. Ну, снайп как снайп. Третье место. Фуллауто М16А4. Ну, понятно, это же азиаты на тапу и там... Или, ну, конечно, Фуллауто. Хорош. Второе место. Призрачный гонщик. Так. А, тип запускает тачку, чтобы она сама ехала. Смотрите, целится в противника, коцает его и добивает. Ничего себе, пацаны. Ого, так это IQ 5000 у чувака. Реально. Красава. Просто красава. Не знаю, как он к такому додумался, но развалил, конечно, как развалил. Смотрите. А тот повелся на тачку. Не, ну у типа IQ реально 5000. Топчик. И что у нас на первом месте? Так. Жадность. На первом месте у нас жадность. Смотрим. Залутал дроп. Нокнул. Нокнул. Ну или убил, убил походу. Купил себе дрон или? Переехал типа. Запустил дроп. Залутал еще один дроп. Врезались. Выпрыгнул. И выпрыгнул с АВМом в руках. Боже, грустинка какая. Я не понимаю. Загрустил паренек. Не, ну это было жестко, конечно, выпрыгнуть с АВМом. У каждого такое было. Но на самом деле, ребят, я бы вот второе место вот этого парня симпатичного, я бы его поставил на первое место. Не знаю, мне больше всего зашло второе место. Не знаю, как вам, напишите в комментах. Но, по-моему, здесь очевидно. Тип не зассал, вот файтился с типом, с тачки уже стрелялся. Потом додумался завести тачку, пустить ее вперед
выпрыгнуть и развалить еще типа, не знаю, ну, для меня вот этот парень на первом месте, не знаю, как для вас, для меня вот этот на первом месте. Топчик. Смотри. Ну, какие могут быть вопросы? Ребят, наконец-то просмотрел я этот трейлер. На трейлере мы останавливаемся уже, наверное, друзья. И теперь поехали, расскажу вам информацию, которую мне удалось найти по поводу выхода даты PUBG New State. Ну и вот, собственно, та новость, ребят, которую я хотел поделиться с вами. Как вы видите, PUBG New State не выходит у нас 11 ноября. Почему-то опять дата поменялась уже у нас с 11 на 12 ноября, хотя везде указано 11 ноября. И я думал, что, возможно, знаете, из-за часовых поясов как-то по-другому. Но нет, у большинства моих подписчиков, у которых я делал опрос в Телеграме и в Инстаграме, сказали то, что действительно на iOS-устройствах стоит дата 12 ноября. Хотя на самом официальном YouTube-канале, да и везде во всех соцсетях стоит то, что PUBG New State выходит у нас 11 ноября. Что это может быть, друзья? Я думаю, что все-таки, наверное, скорее всего, у всех выйдет 12 ноября. Но, возможно, на Android-устройствах, к сожалению, выйдет 11 ноября, а на iOS аж 12. Почему аж? Потому что за один день, те, кто брал когда-то завоевателя, вы знаете, сколько нужно времени, чтобы взять Завика. Ну, то есть, за первый день его практически можно на 75% взять. И вот как раз на Android-устройствах люди возьмут его гораздо быстрее, а iOS-у придется потом дохавать. Но это нехорошо. Я бы хотел, чтобы релиз был глобальный, везде одинаково во все время. Хотя разрабы раньше упоминали о том, что частичный будет релиз в каждой стране по-разному. Но будем надеяться, что хотя бы на 12 число на iOS-устройствах появится PUBG New State. Напиши, кстати, в комментах, какое у тебя число стоит в App Store. И если ты нашел в Play Market число выхода PUBG New State, обязательно поделись им тоже. Ребят, вот таким вот получился видос. Я рассчитываю на ваш лайк, подписку на канал. И также в комментах напишите, какой PUBG лучше. PUBG New State, либо же PUBG Mobile. Увидимся на просторах PUBG, ребят. Всем пока!